Аксаков, не позорь Думу. Введение практики безотзывности банковских вкладов, безусловно, не пойдет на руку рядовым вкладчикам. Это в крайней степени ущемляет их права. И нам становится ясно, что господин Аксаков борется за прибыльность банков, за их сиюминутную выгоду и абсолютно не думает о социальной стороне этого вопроса. Он абсолютно не думает о рядовых вкладчиках, которые несут свои деньги в банки. Он хочет лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в то время, когда они захотят. Таким финансистам не место во главе банковской системы нашей страны. Их место среди рядовых клерков банков. Аксаков, клерком в банк! Аксакова, клерком в банк! Аксакова, клерком в банк! Аксакова, клерком в банк!